Добрый день, девочки. Я с утра уже как заведенная. Посуду перемыла так, загрузила посудомойку. Фух, дел не в проворот. Сегодня хочу сделать оладушки и сварить солянку. Ну и также домашние дела продолжаются, их никто не отменял. У меня дом, поэтому работы хватает и внутри, и снаружи на улице полетели листья, надо все это дело убрать, подмести. Короче, дел не в проворот. Да, и сейчас я дальше покажу распаковку, что я вчера купила. Вчера приехала поздно и не успела. Вчера поздно приехала, не стала вам распаковку показывать сегодня. Значит так, в магазинах Окей по скидке вот такое филе цыпленка бройлера охлажденное по 150 рублей. Скидка, так, ну где-то процентов около 40. Дальше сыр сливочный взяла. Взяла вот такой сыр, люблю его очень, чечо. Яблоки по 55 рублей. Лук, молоко. Помидоры по скидочке вот такие вот взяла, сливки за 56 рублей. Огурцы тоже идет скидка, 39 рублей огурцы. Так, сливки тоже на них скидка по 39 рублей. Так, что еще здесь у меня? Чеснок взяла, зелень, укроп, петрушка, лук, орешки себе взяла, я люблю их на перекус, миндаль жареный и грецкие орехи. Творог такой, творог 5%. Вот все, что я купила в Окей. Пришла за посылкой. С Алишки пришла мне посылочка. Не знаю, что пришло. Сделаем с вами распаковку чуть попозже. Так, ну и распаковка посылки. Сейчас посмотрим на ощупь коробочка. Я так уже примерно представляю, что это. Угу. Я брала штатив. Так, как селфи-палку. Ну что там какой-то маленький такой. Сейчас распакуем, посмотрим. Взяла вот такую селфи-палку. Можно на столе вот так поставить или ножки сложить и выдвинуть ее вот так вперед, вверх. На примерно где-то сантиметров 50 она выдвигается. Но что мне не понравилось? Нет кнопочки Bluetooth, мне казалось, что она там должна быть, когда я заказывала. И вот этот вот держатель телефона, он не поворачивается. То есть я могу телефон только вот так поставить горизонтально, но не никак не вертикально. Вот это мне не понравилось. И какая-то она хлипенькая, эта подставочка. Да уж. Иногда с AliExpress приходят хорошие вещи. Я заказывала много раз, и некоторые вещи ношу подолгу и нахожу им применение. Но в этот раз что-то вот не айс, не получилось. У меня, наверное, не оладья, а, скорее всего, больше на сырники получится похоже. Я брала как-то творог из топленого молока, но что-то он у нас не пошел. Я его заморозила, сейчас нашла в морозилке. Думаю, дай-ка я с ним испеку оладьи. Добавила кефир, сейчас добавлю муку, яйца, соль, сахар. И получится вот такие вот наполовину оладьи, наполовину сырники. Такие пухляши получаются. И с джемом. Ну и заканчиваем приготовление своего обеда. У меня солянка. Добавляю сюда зелень. Ну а потом по желанию, если кто хочет, еще себе в тарелку добавит. Ну все, обед приготовила. Сейчас теперь поубираю. Я когда готовлю, у меня в кухне такой разгром.
дурдом какой-то. Да, по поводу моей покупки и приобретения на AliExpress. Многие мне пишут, что не покупают уже, не заказывают по интернету. Надо, наверное, прекращать мне тоже эти покупки, потому что получается деньги на ветер.